Всем ассалам алейкум, друзья. Хочу вам сказать, что таджикский народ в этом не виноват. Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания. В отношении жителей Таджикистана, что я считаю неприемлемым и ни в какой форме неправильным. Таджики никаким образом не виноваты. А таджикский народ не виноват. У меня много друзей таджиков, и я вас уверяю, это хорошие ребята. И ни в какой форме неправильно. Таджики никаким образом не виноваты. А таджикский народ не виноват. У меня много друзей таджиков, и я вас уверяю, это хорошие ребята. Таджикистан победит! Таджикистан победит! Так, проходим, Дальше, пожалуйста, кто? Муж, куда он? Имеющего на извинении 4,5 детей ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления,